Крылов, волк и ягненок. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим, но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться, и надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать, хотя законный вид и толк, кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и с илом? За дерзость такову я голову с тебя сорву». Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже по ручью от светлости его шагов я наступью, и гневаться напрасно он изволит, питья мутить ему никак я не могу. Поэтому я лгу, негодный, слыхана ли такая дерзость в свете? Да помнится, что ты еще в запрошлом лете мне здесь же как-то нагрубил, я этого, приятель, не забыл. Помилуй, мне еще и отроду нет году, ягненок говорит. Так это был твой брат? Нет братьев у меня. Так это кум или сват и, словом, кто-нибудь из вашего же роду? Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите, и если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведаюсь грехи. Ах, я в чем виноват? Молчи, устал я слушать, досуг мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, — сказал и в темный лес ягненка поволок.